Всем привет! Снова у нас все тает, опять оттепель. Вот, выбрался на наш террикон. Акулий плавник мы его называем. Снег очень липкий такой. Хотел было сначала на HPI, на Тойоте, прокатиться. Но, наверное, она не поедет по такому снегу. Достал краулера. Сейчас на нем немножко прокачусь. И уже будет видно, стоит ли FJ-ку доставать или нет. Сухробы кое-какие все равно есть. Так что перебываюсь в сапожке. И пойдем пройдем нашу трассу. Многие скажут... Почему все время с одного и того же места? Да потому что снежок каждый день идет и все засыпает. А хочется, чтобы трасса, как говорится, проходимой оставалась. Поэтому и приходится проходить ее с самого начала. Ну все, помчали. Взял для Toyota Синтраки, взял шипованные колеса. Вот. Если доведется, ну прокатимся и на них. Ну что, пробуем. Чтобы было понятно, только вчера здесь ездили, и сегодня все опять засыпало. Несколько часов сегодня шел дождик. Снег прям очень такой липкий. Но машину вроде выставил, как положено. Поставил, чтобы постояло. Вроде сильно не прилипает. Повторюсь, еду сегодня вчерашний маршрут. Вот сейчас едем по вчерашней колее. И посмотрим, как он пойдет, пробивая заново себе сегодня дорожку. По вчерашней идет, в принципе, очень легко. Вчера даже сложнее было, потому что очень много снега двигалось мордой. Он весь был в снегу. А сегодня вот, как наезжает на новенький снежок, так прям сразу его наматывает на колес. Сам себе подставу положил. Thank you.
разровняли, можно ехать дальше. Изначально трасса была не для краулера, конечно, поэтому между некоторыми веточками он не проходит. Но так как краулер очень широкий, им очень хорошо прокладывать маршрут. После него остается и колея, ее подольше не засыпает, и изначально проложить ее полегче. Тут немножко надо, конечно, прорезать. В следующий раз возьму секатор и немножко прорежу. Ну вот, как я и сказал, новый снег накручивается на колеса. Так. Ну тут мы, в принципе, наверное, сейчас развернемся и поедем, пройдем чуток, прокатаем трассу в обратную сторону. Ага. Заскочили. Периодически приходится посильнее так подгазовывать. Да, плавно теперь сегодня ехать сложновато. Поедем, посмотрим еще раз. Вот, возможно, на маленькой машинке здесь было бы легче подняться. Придется объехать. Очень сложно. Придется пропустить этот подъем. Попробуем другие немножечко. Опять дождик пошел. Так, вот, возвращаемся на нашу трассу. Частично пройдена была. Сегодня со всеми горками вот так происходит дело. Мы их объезжаем. Верблюжьи горки не взяты, но зато снега катается очень даже много.
И как бы я ни пытался плавно ехать, снег все равно налипает, его приходится очищать. Очистил, и тронуться уже не можешь. Самое интересное то, что мы сейчас сделаем трассу более заметной, но менее проходимой, потому что эти сугробы, которые он катает, если они замерзнут завтра, будет интересненько их объезжать. В некоторых местах, благодаря вот этому налипшему снегу, модель стала потяжелей. И стало лучше ехать. Прилипает получше. Сейчас пройдем трассу верхним маршрутом, но мы еще разрабатываем нижний маршрут. Это там, когда, если невозможно взять, чтобы не вот руками помогать, вот, ну, когда лебедки нет, а чтобы можно было приехать откуда-нибудь еще более легким путем. Увеличение газа плодов не приносит. Хочу попробовать пойти в разрез колеи. Сейчас перехожу на липкую и попробую идти в натяг по этой стороне. Опять же, чуть-чуть зарывается, чуть-чуть надо добавить газку. Ага. И вот по липкой пошел. А там, где верхний слой он снял, все, ехать он больше не может.